Ого, там труп этот. Ого, что это было? Не лезь, не лезь, не лезь. Зарезал насмерть. Одного. Там второй должен был быть еще. Да. Он челик пошел реку этот убивать. Ля плывет, как бобер. Так а смотри, прикол, смотри на меня, слышишь? Смотри, смотри, подожди. Нет, вот сюда встань. Ого. Ускорение в воде тоже работает. Чисто как торпеда. Еще кричит такой, плывет и кричит, наш судорога схватила. Чисто как торпеда такой. Техника, ты будешь убивать ее? С поддержкой? А, нет. Что вообще происходит? Ой, Вась, что я нашел, что я нашел? Вася, будем врага лучше найти. А что они такие слабенькие? У нас 31, их 32, и у нас все точки. Что за прикол? О, коня вижу. Двух коней вижу. Вась, мы у них машину украли. Ну, а я лошадь. Я тоже хочу лошадь. Лошадь жизни. А, я нашел халявную лошадь. Вась, беги я на меня. Я иду за ней. Ой, у меня машина переехала. Лё! Лё, ничего себе попёр! Вернитесь в зону боёв. Вижу снайпера, не могу прицелиться, я не в зоне боёв. О, они всё-таки крепость захватывают. Аж каска слетела. Это неинтересно. Нет, я вроде не под обстрелом. Ого, там труп этот. Ничего себе. Там трупы летают. Ой, то что начинается? Ага, граната хотел скинуть, а граната нет. На тебе ногой по сусалам. У вас рогатка наносит всего, короче, 40 урона. Ага. А бочки, оказывается, пристреливаются. Ты думаешь, что они деревянные? Я нашел танк. Угу. Я взорвал свою технику вместе с собой. Я, короче, я иду с тобой. Вась, конь сзади. Ну, ты понимаешь, он сначала меня задавил, а потом как бы инфа по коню прошла. Ого, что это было? Nope. Да. Ловитесь. На, нахуй. Что там? Опа, 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 опа. Давай, 7. Вы долго как? Вы как долго? Давай, 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 давай. Мы потеряли цель, Дрозд. Хера не видно. Давай, 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 давай. Есть, я на дирижабле. Бегу на пулемет.
Вась, ты повторяешь за мной. Вон, смотри на пулемете, он нас не видит. О, подождите, где моя арбалетка? Ай, граната с дирижабля падает. Сука, падает на туре. Он что-то знает. Пусть интересно, а когда там с другой стороны? Я зарезал. Подожди, выживи, я сейчас на тебя прилечу. Он догадался. Сука, дебил. 70 хп ножом он срезал. А типа с пистолета я по такой херне стрелял. Вообще там вообще типа ваншотишь. Ух! Вот это было эпично.